Городские службы продолжают активно готовиться к весенним оттепелям. Не секрет, частный сектор – одно из проблемных мест. Если снег не убирать, весной сугробы растают, вода затопит улицы. Чтобы избежать этого, районные администрации ежедневно бросают все силы на борьбу со снегом. Ежедневно у нас задействовано в каждую смену. Если говорить за весь район, то это порядка 36 единиц на улично-дорожной сети, из которых порядка 15 самосвалов. Просто убирать снег недостаточно. Необходимо еще и расчищать водоотводные канавы, чтобы талая вода стекала прямо в реку и не осталась на дорогах. Определили 20 мест, которые надо убрать в первую очередь. Из них 10 мест уже убраны, работы проведены. 11 тысяч кубов снега вывезено. В основном места эти выбирали проблемные. Сергей Литовка каждый день начинает с уборки своего двора. Житель частного сектора рад появлению техники на улице, но лопату в сторону не бросает. Весна придет, это будет ужасно. В 2014 году нас чуть не смыло, поэтому было страшно очень. Ну и смотрю, сегодня техника работает много. Мне приятно, очень приятно. Большое спасибо мэру. До календарной весны остался всего один месяц, а с улиц города предстоит вывести еще тысячи кубометров снега. Сейчас у городских служб начинается самый горячий период. Александр Потенихин, Денис Савинский, Новосибирские новости.